подошли на УАЗике поедем. Конечно. Так, здесь упала нечто непонятная конструкция. То ли самолет, то ли ракета на парашюте. Мы пытаемся найти. Едем дальше. Так, сегодня бойцы подразделения Моторолы сбили украинский беспилотник. Вот фрагмент капсулы от него. Читаем номер. Да, давай повернем так, чтобы было хоть света. Вот номер. Это что внутри? Фрагмент парашюта? Да, это стропат парашюта. Так, командир подразделения «Корсар», который обнаружил и привез этот фрагмент. Комментирует ситуацию. Что было? Ну, зашел, я так понимаю, украинский самолет, сбросил капсулу. Как мы не поняли сразу, что это было. Скорее всего, что это, скажем так, беспилотник. Зашел он достаточно низко для того, чтобы с наименьшими повреждениями сбросить беспилотник. Скорее всего, самолет ошибся местом сбрасывания. Спасибо ему. Кто сбил? Кто сбил? Да. Наши бойцы, подразделение Моторолы. Где, в каком месте? Неопознанно летающий объект в небе и открыли огонь на поражение. Что да. И привело, в принципе, к результатам.